Привет, с вами Ярославна Громакина, и сегодня я расскажу, как добавить авторство в вашей статьи на блогере. Итак, смотрите, когда мы заходим в какую-то статью, то в конце вы видите написано «Автор Ярославна Громакина». Время публикации также стоят, даты публикации. Некоторые спрашивали меня, как это я сделала, потому что при создании блога эти настройки были не указаны, и авторство не показывают и время. Вы заходите в админку блога, блогер, левый верхний угол, дизайн. И здесь спускаетесь в свое сообщение блога. Вот он, гаджет сообщения блога основной. Щелкаете «Изменить». Вот здесь вы можете все поменять, что вы хотите видеть. Например, количество сообщений на главный, 7 я пишу. Текст ссылки на страницу сообщения дальше у меня стоит. Можете изменить его как угодно, допустим, читать, продолжение и так далее. Параметры, какие включены, вот галочки у меня стоят. Значит, время публикации, автор стоит, да, Ярославна Громакина. Прямо время, по минут, на час, минуты. Сколько комментариев видно за один раз во время просмотра. Ссылки на это сообщение убрала, ярлыки стоят, что можно добавлять. Действия вы можете добавить, забавно, интересно, круто, я убрала. Показать быстрое редактирование, это очень удобно для вас, чтобы было видно. Показать ссылки на отправку электронной почты, убрала. Кнопки для соцсетей я убрала. Место публикации также не показываю. Показывать профиль автора под сообщением, если хотите, можно. На некоторых блогах добавляют разных авторов, до 100 авторов вы можете добавить. Показывать объявления между сообщениями нет у меня. И вот как они у меня отображаются. Вы можете это все поменять простыми перетаскиваниями. На этом у меня все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.